Аркадий Кулешов на Минском шоссе исполняет Довтян Эмилия. Идти устали маленькие ноги, но он послушно продолжает путь. Еще вчера хотелось близ дороги ему в ромашках полевых уснуть. И мать несла его, теряя силы. В пути минуты длились, словно дни. Все время сыну непонятно было, зачем свой дом покинули они. Что значит взрывы, плач, дорога эта, и чем он хуже остальных ребят? Что на траве зеленой, и кюветом, раскинув руки, рядом с мамой спят. Как тяжело выслушивать вопросы. Могла ли малышу ответить мать, что этим детям, спящим у березы, что этим мамам никогда не встать. Но сын вопросы задавал упрямо, и кто-то объяснил ему в пути, что это спали не живые мамы, от бомбы не успевшие уйти. И он задумался под лязг машин железных, как будто горе взрослых понял вдруг. В его глазах недавно безмятежных уже блуждал осознанный испуг. Так детство кончилось. Он прежним больше не был. Он шел и шел, и чтобы мать спасти, следил ревниво за июньским небом. Малыш, седой от пыли, лет 6.